Ну что, друзья, всем доброго дня. Вот и закончилась наша снежная сказка. У нас ветер. На улице плюсовая температура плюс 6. Облака, как смотрите, летят. Обещали сильные ветра. Вот они наступили. Но ничего, зато мы вчера успели насладиться этой красотой. Надеемся, что скоро опять снег к нам придет. Ты все уже села завтракать? А что, ты будешь только одно это кушать? Йогурт? Стой. Это сегодня София в таком образе. Папину футболку нацепила. Свои туфли с танцев. Носки с 1 сентября. Гольфы, то есть гольфы. А? Ну, я поняла. Батюшки. Ну, ты прям вообще. У тебя есть вкус. Папа приготовил завтрак. Сейчас будем кушать. Как? От Гуччи. От Гуччи? Да. Ну, ты вообще прям. У тебя есть вкус? Какая красота. Это значит, у нас что, пап? Яйца? А что за мясо? И еще яйца. А это что за мясо? Грудинка свиная. Спасибо тебе большое. София кушает йогурт. Она обиделась. Захотела какао. А молока там прям чуть-чуть. Вот. И папа говорит, ну давай ты покушаешь, потом за молоком сходим и сделаем тебе какао. Все. Девочка обиделась. А мы все смотрим эту программу. Черный список, да, называется? Mm-hmm. Подсели на это шоу. Тебе, ну, интересно смотреть. Ладно, будем кушать. Тоже, кто с нами кушает, всем приятного аппетита. Да, всем приятного. Соф, давай, ну, пожалуйста. Ну, что ты обижаешься? Я хочу какао. Сейчас мы тебе сделаем какао, дочь. Ну, тихо. Софушка решила сделать влажную уборочку. Везде протирает пыль. Зеркало протерла, тумбочку с иконочками. Сейчас в гостиной. Комод молодец, ей помогает. У меня сейчас стирка, постельное белье стираю. Папа там что-то маринует, готовит. Сегодня приедет к нам в гости дед. София его ждет. Вот. Дочь, ты чё? Жарко, но я отопление выключила, зай. На улице у нас плюс 6, как уже не больше. Все? Ты это, пыль везде протерла? Да. Молодец. Так, тогда я пойду купаться, хорошо? Хорошо. Папа там на кухне занимается мясом. А ты что будешь делать? А, ну ладно, не буду отвлекать. Так. Наша красотка готова. Ну-ка, покажи себя. Дед уже приехал. Вот, она говорит, мам, я приготовила встречать дедушку. Ой. Ты такая, видишь, школьница. Ага. Красотка. Стояла в окошко и смотрела. Ой, какие у нас окна шикарные. Папа видел, он вышел уже? Да, он вот так прошел. Я отвлекаюсь. Ну, на меня посмотри. Глазки закрой. Вы посмотрите, она и губы накрасила, и глаза, да ёкаламана. Я сначала хотела... Чё? Подождите. Я сначала другой наряд подготовила надеть, а сейчас я посмотрела такая... Этот лучше. Мне с этой платье так появилось. А, твой школьный, в первый класс тебе его покупала. Так. София, которая цветочек подарила. Уже листочки вот, потихонечку вон опадают. Идут.
Все, давай, холодно. Прыгай. Какая радостная она. Давно дедушку не видела, да? Дождалась встречи. А что ты решила школьный наряд надеть? Она мне давно просила это платье в школу надеть. Ого, вот это подарок. Ой, все. Ого. Подожди. Ой, какой он милый, красивый. А это игра. Будем играть с тобой, да? На Новый год все встретимся и будем играть. Ну, какой красивый. Теперь у тебя есть тигренок, зай. Да. Милый такой, хорошенький. А там... Ну, не доставай все. Здесь такая конфетка, понимаешь? Да. А там конфеты для Софии. Ой, ну красота. Ну все, София, будет сейчас каждую конфетку рассматривать, да? Какая вкусная. Здесь есть сейчас. Где она? Мне вот такая попалась, а в другом подарок вот эта. Много больше. Я теперь буду в день по две подарки. Вот это вот ставить. Понятно. Все, пошли в магазин, а не сходить. Ну ты чё? Давайте только недолго, ладно? А вы сейчас куда, здесь? Или до магнита? Да, здесь. А вот ты когда там будешь, Паш, где кофе продается, зерна именно, название мне сказать. Пришли уже с магазина. Деда набрал опять всяких конфет. Не конфет, а где вот эти большие? В холодильник все положила? Нет, такая длинная. Ну, там идет две пачки идет. А как ты сделал? Как ты их засунул туда? Я просто сейчас там была шоколадка, ну, шоколадку я положила, потому что так вот эти две штучки положила. А как ты их положила? Она такая длинная. Как она в эту коробку засунется? Мама, в этой длинной конфете делится на две упаковки. А, вот как, понятно. Ну, короче, все. Конфет море. Море конфет. Елки еще нет, а уже море конфет. Сейчас будем кушать, Паш, там мясо запекать. Ну как, нашел в интернете голень, замариновал, вот, и с овощами, с картошкой. Сейчас запекает, сейчас будем уже кушать. Вы посмотрите, кто у нас тут появился. Новое животное, тигренок. Хотели собаку, появился тигренок, да, Зай? Вот такая сегодня у нас кухня. Сидеть, прыгать умеет, Паш, да? Видите, как приготовил. Сейчас будем жарить. Пробовать. Да. Сидеть. Ух ты. Наверное, какой у нас шикарный стол. Соф, ну как папа приготовил? Пробовала? Вкусно, понравилось? Так, ну все, всем тоже приятного аппетита. Будем ужинать. Ну, у меня же прям слюнки текут. Сейчас зашла в комнату. Представляете? Ужас. Конфеты. Так, София попросила ее поискать. Тут ее точно нет. Где она может быть? А ну-ка за мной. Вот тут, наверное. Любит прятаться. Нет. Нет, в туалете нет. Так, ну на кухне я думаю, что нет, потому что я на кухне была. Ну нет, здесь ее тоже не будет. Сейчас посмотрим.
Что делаешь? Просто катаешься? Играю. Что играешь? Ищи. Какой мяч? Желтики. Не знаю, дочь. Ищи. Ну что, друзья, все, мы уже в кровати. Посидели сегодня, пообщались. Так хорошо все было. Дед Андрей уже спать лег, отдыхать. Завтра он поедет на работу. Он с ночевкой на один день. Вот. Так что такие дела. Завтра проснемся. Надо в галерею съездить. Только надо пораньше проснуться, Зай. Да, мне еще надо будет завтра позаниматься, потому что Елена Викторовна мне дала по математике проработать и по русскому. Вот. А и... правила? Ты все рассказала? Нет, или? Это мне два осталось, и правила подготовить. А, все, отлично. Так что будем ложиться отдыхать. Завтра будет день. Завтра вам тоже поснимаем. Покажем, чем будем заниматься. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик и оставляйте свои комментарии. Всем пока-пока, до завтра. Да, друзья, всем пока-пока, всем до завтра.